Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио көрөрмандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын финансы министри Жээнбаева Бактыгүл Жээнбековна ушул Кыргызстанга берилип аткан донорлук уюмдардын жардамдары, ошондой эле Кыргызстан алган насыя гранттардын бөлүштүрүлүшү боюнча маалымат бермекчи. Түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК, Алатоо 24 пирамида 5-нчи канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1-нчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиоларынан, ЛТРнин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1-нчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг министра финансов Кыргызской Республики Жээнбаевой Бактыгүл Жээнбековны относительно предоставляемой помощи международными донорами, также о кредитах и грантах, которые получил Кыргызстан от международных организаций, финансовых институтов. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5 канал, областные медиа-центры, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радио, Суммар, ЛФМ, на YouTube-канале ГТРК, ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Бактыгүл Жээнбековна, сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздерди глобалдык пандемия шарттарында финансы министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер менен тааныштыра кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушу түзүлгөн кырдаалга байланыштуу өкмөттүн алдында финансылык жардамды сырттан тартып келүү зарылчылыгы жаралган. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз нечен жылы айтып келатабыз ушуну. Натыйжада өкмөт эл аралык финансы органдарына жана донор өлкөлөргө төмөнкүдө 3 багытта жардам суроого аргасыз болгон. Бул кайсы багыттар? Биринчи, бюджетти колдоо. Бюджетти колдоо, анткени салык, бажы кызматтарынан салыктар убагында түшпөй калып, биз бюджетти колдоого акча каражат тартканга мажбур болдук. Андан тышкары экинчи багыт COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу. Жана үчүнчү багыт бул экономиканы колдоо. Мен ар бир багытта кыскача токтолуп кетейин. Бюджет колдоо боюнча грант жана кредит түрүндө 408,1 миллион АКШ доллары суммасында, анын ичинде 41 миллион АКШ доллар бул грант түрүндө жана 366 миллион АКШ доллар бул кредит катарында тартылып келип атат азыркы күндө. Мына азыр бүгүнкү күнгө көрсөтүлгөн сумманын ичинен 291,9 миллион АКШ доллары бул эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан келип биздин счетко түштү. Эл аралык валюта фондунун алкагында Кыргыз Республикасы жалпы суммасы 241,9 миллион АКШ долларын түзгөн, эки транш келип тартылып түштү азыркы күндө. Биринчи транштын 120,8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи транш борбордук казыналыктын эсебине 31 мартында келип түшсө, экинчи транши 10 майда келип түшкөн. Эл аралык фондунун кредиттик каражаттарын шарттары, бул кандай шарттар? 80,6 миллион АКШ доллары ыкчам берүү механизми боюнча берилген, бул 10 жылга 5,5 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү, бул 0% болуп түзөт. Калган суммасы 161 миллион АКШ доллар, бул ыкчам каржылоо куралы деген фондтон 5 жылга 3 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 1% менен берилген. Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион АКШ доллары каражаттары борбордук казыналыктын эсебине 2020 жылдын 10-июнда келип түштү. Анын ичинде 25 миллион АКШ доллары бул грант жана 25 миллион АКШ доллары кредит болуп саналат. Азия өнүктүрүү банкынын кредиттик каражаттарын шарттары бул мөөнөтү 24 жыл, анын ичинде 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, ал эми пайыздык чейин жеңилдетилген мөөнөттү 1% түзөт.
жыл аягына чейин бюджетти колдоого дагы 116,2 миллион АКШ доллар суммасына каражат тартып келүү күтүлүүдө. Атап айтканда бул Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 100 миллион АКШ доллары, бул болсо насыя 20 жылга 10 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү пайыздык чейни 1%. Жана Европа биримдигинен 16,2 миллион АКШ доллары, бул толугу менен грант. Азыркы күндө мына эки айтылган институттан тартылган акча каражаттар ички процедураларды өтүп жатат. Биз ушу июль, август, сентябрга чейин ушул акча каражаттарды алганга бүт аракеттерибизди жумшайбыз. Бул болсо мына бюджеттик колдоо боюнча. Эми бул акча каражаттар кандай колдонулуп атат, кайсы жерге пайдаланып атабыз, биз муну бүт жарыя кылып ачык айкын баардык сайттарда көрсөтүп атабыз. Биринчиден мына Минфиндин сайтында бүт маалыматтарды тапсаңар болот. Мына эл аралык валюта фондунун каражаттары, бул эмгек акы, социалдык муктаждыктарга, социалдык фондко, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондко, социалдык камсыздоо жана элге социалдык жардам боюнча жөлөк пулдарга, медициналык товарларга, стратегиялык запастарга жумшалган. Биз муну ачык айкын сайтта жарыя кылганбыз. Андан тышкары Азия банктан келген акчаны биз да эмгек акыга, социалдык муктаждыктарга, социалдык камсыздоо жана элге социалдык жардам боюнча жөлөк пулдарга, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилген. Биз бул акчаларды да жарыя кылып кайсы жерге кандай суммада колдонулган, биз муну баарын жарыя кылып ачык айкын көрсөтүп атабыз. Эми экинчи багытка токтолуп кетейин, бул ковид вирусунун жайылышын алдын алуу. Коронавирус илдетин жайылышын алдын алуу максатында өкмөт өнүктүрүү боюнча өнүктөштөр тарабынан 56,2 миллион АКШ доллары суммасында инвестициялык долбоорлорду тартып келди. Эми атап айтканда, бул дүйнөлүк банктын жалпы суммасы 9 миллион АКШ доллар түзгөн жаратылыш кырсыктарына туруктуулугу жогорулатуу долбоорунун алкагында саламаттык сактоо министрлигине 4,8 миллион АКШ долларына медициналык жабдуу алынды. Калган 4,2 миллион АКШ долларына медициналык жабдууларды коюу жана тендер өткөрүү күтүлүүдө. Эми мына 4,8 миллион АКШ долларга медициналык жабдуу алып келип, биякта азыр таркатылып атат. Калган акчалар азыр мына тендерлер өтүп, жакын арада бүт поставкалар болуп чыгат. 9 миллион АКШ доллар, бул 4,5 миллион АКШ доллар бул грант түрүндө жана калган суммасы 4,5 миллион АКШ доллары кредит болуп саналат. 50-50% грант кредит. Дүйнөлүк банктын кредиттик шарттары, бул мөөнөтү 38 жыл, анын ичинде 6 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, эми пайыздык чени болсо 0,75%. Андан тышкары COVID-19 боюнча чукул долбоор катарында 12,1 миллион АКШ доллары суммасына макулдашып дүйнөлүк банк тарабынан кол коюлду жана ратификацияланды. Ушул кезде бул каражаттарды пайдалануу максатында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тендердик процедуралар жүргүзүлдү. Бул суммада 50% грант, 50% кредит катары саналат. Бул 6 миллион грант, 6 миллион кредит. Мунун мөөнөтү шарттарда биринчи кредитке
окшош мөөнөтү 38 жыл, анын ичинде 6 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, эми пайыздык чени 0,75%. Мындан тышкары азыркы учурда Өкмөт Азия өнүктүрүү банкы менен 20 миллион АКШ долларына макулдашууну жана Ислам өнүктүрүү банкы менен 15 миллион АКШ долларына макулдашууну күчүнө киргизүү боюнча ратификациялоо процессин жүргүзүп бүттү. Бул макулдашуулардын алкагында жакынкы убакта COVID-19 менен күрөшүү үчүн медициналык жабдуулар жана препараттар сатылып алынат. Азия өнүктүрүү банкынын 20 миллион АКШ доллары, анын ичинде 10 миллион АКШ доллары грант жана 10 миллион АКШ доллары кредит болуп саналат. Азия өнүктүрүү банкынын кредиттик шарттары мөөнөтү 40 жыл, анын ичинде 10 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, эми пайыздык чени 1%. Ислам өнүктүрүү банкы боюнча 15 миллион АКШ доллары толугу менен кредит шарттары 25 жыл, анын ичинде 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт, эми пайыздык чени 1,5%га чейин болуп атат азыркы күндө. Бул долбоордун максаты саламаттык сактоо секторун колдоо, транспорт, медициналык жабдуу, жекече коргоонун каражаттары, чыгымдык материалдар менен камсыздоо. Ошондой эле бейтапканалардын потенциалын чыңдоо, медициналык жабдуу, чыгымдык материалдар, медициналык калдыктарды утилизациялоо системасын жакшыртуу болуп саналат. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, коронавирустун айынан келип чыккан кризис жеке сектордун өнүгүшүнө да оор сокку урду. Өкмөттүн соңку антикризистик планында өкмөт жеке секторду андан ары насыялоо үчүн финансы мекемелерине кошумча өтүмдүүлүктү берүүгө умтулууда. Жеке секторду андан ары насыялоо үчүн жалпы суммасы 184 миллион АКШ долларын тегерегинде тартуу пландалууда. Анын ичинен Дүйнөлүк банк, Азия инфраструктуралык инвестициялык банктар дагы бар. Мына Дүйнөлүк банк боюнча 72,5 миллион АКШ доллары, анын ичинде 36,2 миллион АКШ доллары бул грант катарында жана 36,2 миллион АКШ доллары кредит катарында. Шарттары 38 жыл мөөнөтү, анын ичинде 6 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, ал эми пайыздык чени 0,75%. Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан 50 миллион АКШ доллары кредит, кредиттик каражаттарын тартылып атат. Бул шарттары мындай болуп атат: мөөнөтү 32 жыл, анын ичинде 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт каралган, ал эми пайыздык чени 1%ге чейин болуп атат. Европа инвестициялык банкы 25 миллион АКШ доллар толугу менен кредит 1%ге чейин 12 жылга берилет. Бул долбоорду июль айында ишке ашырылып баштайбыз. Андан тышкары мына револьвердик фонддордун эсебинен 36 миллион АКШ доллары каралып жатат азыркы күндө. Мына Германия өнүктүрүү банкынын револьвердик фондунан 1,3 миллиард сомго аукцион жарыялаган. Өткөн жумада 11 коммерциялык банктын ичинен 4 банк жалпы сумма 520 миллион сомго өтүмө берген жана жактырылган. Бул болсо кайсы банктар? Айыл банк, Халык банк, Бакай банк, Азия банкы. Калган акча каражат боюнча жакынкы арада аукцион өткөрүү дагы пландалууда. Андан тышкары түздөн түз биз банктарга кредит катарында акча каражаттарды берүүгө азыркы күндө даярбыз. Эми урматтуу кыргызстандыктар, биз бир нече жолу чыгып ошо айкын баарын айтып берип,
бюджеттеги бардык чыгымдары айкын, ачык, кызыктар тараптарга бардык маалыматты берүүгө биз даярбыз. Ар бир сом, ар бир тыйын өз максатында азыркы күндө жумшалып атат. Каражаттардын эсеби так жүргүзүп жатабыз. Биз кайсы суроо болбосун, кайсы маалымат болбосун, биз ошолорго жооп бергенге дайыма даярбыз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Позвольте вас ознакомить с проводимой Министерством финансов работой в условиях глобальной пандемии. В связи со сложившейся ситуацией перед правительством возникла острая необходимость привлечения финансовой помощи. Мы об этом говорили не раз. В связи со сложившимися обстоятельствами и выпадением доходов по налогам и таможне, мы были вынуждены обратиться к международным финансовым институтам и странам-донорам за помощью. И эта помощь, значит, формировалась по следующим трем направлениям. Первое направление – это поддержка бюджета. Второе направление – предотвращение распространения инфекции COVID-19. И третье – это поддержка экономики. По бюджетной поддержке, значит, сумма составляет на сегодня 408,1 миллионов долларов США, из которых 41,2 миллиона долларов – это грант, 366 миллионов долларов – это кредит. На сегодня из этой суммы, значит, 291,9 миллионов долларов США уже поступили от Международного валютного фонда и Азиатского банка развития. В рамках МВФ Кыргызская республика привлекла два транша на общую сумму 241,9 миллионов долларов США. Первый транш в сумме 128 миллионов долларов США поступил на счет Центрального казначейства 31 марта 2020 года. Второй транш поступил 13 мая 2020 года. Финансовые условия МВФ. 86 миллионов долларов США – это механизм быстрого кредитования, значит, на 10 лет, в том числе 5,5 лет – это льготный период, под 0% годовых. И 161 миллионов долларов США – это из фонда инструментарий быстрого реагирования на 5 лет, в том числе 3 года, льготный период под 1% годовых. Средства АБР в сумме 50 миллионов долларов США, из них 25 миллионов долларов США – грант и 25 миллионов долларов США – кредит, поступили на счет Центрального казначейства 10 июня 2020 года. Финансовые условия Азиатского банка развития. Значит, срок кредита 24 года, в том числе 8 лет льготный период. В течение льготного периода процентная ставка 1%. До конца года ожидается привлечь средства на поддержку бюджета в сумме 116,2 миллиона долларов США. В частности, от Евразийского фонда стабилизации и развития это 100 миллионов долларов США. Кредит на 20 лет, в том числе 10 лет льготный период, процентная ставка 1%. И от Европейского союза 16 миллионов долларов США – это грант. В настоящее время, значит, эти договоренности уже достигнуты, и, значит, идут внутренние процедуры в данных институтах. Как только завершатся внутренние процедуры, мы будем готовы к подписанию и получению данных средств на наши счета. В течение апреля-мая 2020 года за счет средств МВФ были произведены следующие расходы республиканского бюджета в сумме 9,7 миллиардов сомов. Ну, мы уже объявляли очень подробно, и, значит, на сайте вся информация доступна. Эти деньги, значит, пошли на заработную плату, на трансферно-социальному фонду, фонду обязательного медицинского страхования,
пособие по социальному обеспечению социальной помощи населению, приобретение медицинских товаров и услуг, пополнению стратегических запасов и приобретению продуктов питания для населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Финансовая помощь Азиатского банка развития в сумме 50 миллионов долларов также была представлена на поддержку бюджета, поступила 10 июня 2020 года, отражена в ресурсной части бюджета и профинансированы социально значимые расходы на общую сумму 3,7 миллиардов сомов, в том числе и на заработную плату, на пособие по социальному обеспечению социальной помощи населению, на трансферты фонда обязательного медицинского страхования. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительством привлекаются инвестиционные проекты со стороны партнеров по развитию в сумме 56,2 миллиона долларов США. В частности, в рамках проекта Всемирного банка повышение устойчивости к стихийным бедствиям в сумме 9 миллионов долларов США Министерству здравоохранения были предоставлены медицинское оборудование на сумму 4,8 миллионов долларов США, а на оставшуюся сумму 4,2 миллиона долларов ожидается поставка медицинского оборудования и, в рамках проведенных тендеров. Сумма 9 миллионов долларов, из них 4,5 миллионов долларов США – это грант, 4,5 миллиона долларов – это кредит. Финансовые условия, срок кредита 38 лет, 6 лет – льготный период, под 0,75% годовых. Кроме этого, Всемирным банком уже подписано, ратифицировано соглашение на сумму 12,1 миллиона долларов США в качестве экстренного проекта по COVID-19. В настоящее время в целях использования данных средств Министерством здравоохранения проводятся определенные внутренние процедуры, и в самое ближайшее время по этим средствам начнутся отбор и поставка медицинского оборудования и других средств, необходимых для здравоохранения, системы здравоохранения. 12,1 миллионов долларов США – это 6 миллионов долларов США грант и 6 миллионов долларов США – это кредит. Финансовые условия, срок кредита 38 лет, из них 6 лет – льготный период, под 0,75% годовых. И кроме того, в настоящее время правительство завершило процесс ратификации по вступлению в силу соглашения с Азиатским банком развития на сумму 20 миллионов долларов и Исламским банком развития на сумму 15 миллионов долларов США. В рамках данных соглашений в ближайшее время будут приобретаться медицинское оборудование и препараты для борьбы с COVID-19. Финансовые условия Азиатского банка развития – это срок кредита 40 лет, в том числе 10 лет льготный период под 1% годовых. Финансовые условия Исламского банка развития – это срок кредита 25 лет, в том числе 5 лет льготный период, процентная ставка до 1,5% годовых. Цели данных проектов – это поддержка сектора здравоохранения. В рамках этих проектов закупается транспорт, оборудование, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. Также он направлен на усиление потенциала больниц. Опять же, медицинское оборудование, расходные материалы, усовершенствование системы утилизации медицинских отходов и так далее. Теперь, что касается третьего направления. Кризис сильно ударил по развитию частного сектора. Это без сомнения, и бизнес также нуждается в поддержке на сегодняшний день. В последнем правительственном антикризисном плане правительство стремится предоставить дополнительную ликвидность финансовым учреждениям для последующего кредитования частного сектора. Для этой цели Министерством финансов в качестве финансового агентства правительства достигнута договоренность со следующими партнерами по развитию. Это Всемирный банк,
в рамках двух проектов, а также значит, поддержка Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который, через который также будет финансироваться значит, частный сектор. Вот на сегодня эта сумма составляет 122,5 миллионов долларов США. Условия Всемирного банка, они, опять же, стандартные. Значит, половина кредит, половина грант. И из них срок кредита 38 лет, 6-годный период. Что касается финансовых условий АБИ, это 50 миллионов долларов США. Значит, это кредит, срок кредита 32 года. Значит, из них 5 лет льготный период и процентная ставка до 1%. Значит, кредиты Европейского инвестиционного банка, он уже прошел все процедуры. В июле уже начинается процесс финансирования малого и среднего бизнеса. Эта сумма составляет 22 миллиона евро. Значит, условия этого кредита 12 лет. Срок кредита 12 лет, 3 года льготный период до 1% годовых. И затем в рамках револьверного фонда Министерства финансов достигнута договоренность с донорами по использованию порядка 36 миллионов долларов США для оказания поддержки, значит, фермерским хозяйствам и среднему малому бизнесу в нашей стране. На сегодняшний день в рамках револьверного фонда KfW проведен аукцион на сумму 1,3 миллиарда сомов. Заявки на участие в аукционе представили 11 коммерческих банков. Значит, есть специальные критерии для участия в аукционе. Значит, они заключили соглашение с Министерством финансов. Вот по результатам аукциона 4 банка, значит, 4 банка получили денежные средства на общую сумму 520 миллионов сомов. Мы уже в самое ближайшее время, значит, на следующей неделе готовим, значит, второй аукцион по размещению средств немецкого банка KfW. Кроме этого, значит, мы готовы напрямую кредитовать коммерческие банки с тем, чтобы они оказали поддержку, значит, частному сектору. Что хотела сказать бы в заключение. Министерство финансов уже несколько раз выступало и продолжает выступать и рассказывать о том, как используются средства внешней помощи и каким образом ведется учет и отчетность по этим средствам. Я бы хотела бы еще раз подчеркнуть, что использование средств прозрачно, и оно доступно для всех, кто интересуется, значит, использованием этих средств. Они используются по назначению, строго контролируются. И если кому-то понадобится информация, Минфин готов предоставить любую информацию, значит, на любом уровне и, значит, в любых подробностях. Вся внешняя помощь на сегодняшний день, она строго учитывается, строго контролируется, и вся информация доступна. Благодарю вас за внимание. Чоң рахмат, Бахыл Жанбековна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын каржы министри Жээнбаева Бактыгүл Жээнбековнанын ушул эл аралык уюмдардан, донорлордон келген жардамдар, ошондой эле Кыргызстан алган насиялар, ошондой эле гранттардын каяка кандай бөлүштүрүлүшү боюнча каяка сарптап атканы тууралуу маалымат кенен алдыңыздар. Түз ону сиздер ЛТР, КТРК, АЛАТО 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мурал ФМ радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.